Уроженец села Репьевка Сергей Федин погиб 16 лет назад на учениях на Тотских полигонах в самый последний день срочной службы. С тех пор прошло много времени, но местные жители помнят этого веселого и улыбчивого парня. И чтобы память о нем жила, организовали в Репьевке масштабный турнир. Сегодня, по сути дела, на территории нашего муниципального образования Ильинский район, конкретно в данном поселении, я считаю, что праздник. Праздник хоккея. Я хотел бы выразить слова огромной благодарности вот тем людям, которые нам сегодня прививают вот такое простое понятие «память». Память о своих земляках. На приглашение организаторов откликнулись 5 команд Инзенского района. Идея проведения такого мероприятия появилась у уроженца Репьевки предпринимателя из Москвы Александра Бакова. Говорит, уж слишком мало сейчас на его родине проводится спортивных праздников. Его инициативу сразу же поддержал руководитель клуба «Пересвет», ключарь Инзенского собора Рождества Пресвятой Богородицы, иеромонах Тихон Кузнецов. Зимой, ввиду того, что вот на праздники мы приезжаем, на новогодние, рождественские праздники, зимой, ну, как бы, по стечению обстоятельств, можно так сказать, что решили провести хоккейный турнир. Николай Петрович Пензяков поддержал, отец Тихон благословил прям сразу на такой шаг, да, сказал, что я полностью поддержу. Вот Александр, слава богу, он вышел у меня в соцсетях, знал его как бы с детства, помню. Жили в одном доме здесь, в Репьевке. И как бы очень приятно, что такие молодые инициативные люди находятся, которые организуют подобные мероприятия. Мы всей душой, всем сердцем вместе с ними всегда рядом. Чем можем, поможем. Турниры инзенских хоккеистов, будь то чемпионат района или вот такие небольшие соревнования, всегда отличаются бескомпромиссностью. Спортсмены знают друг друга и знают, что друг от друга ожидать. Вот и на этот раз борьба развернулась нешуточная, в основном среди сельских команд. Победителей многих встреч пришлось выявлять по булитам. У нас в Инзенском районе хоккейное сообщество, наверное, насчитывает примерно... Я так думаю, если молодое поколение в том числе взять, где-то 200 хоккеистов. Вот, у нас 6 команд, было 8 даже команд взрослых. Вот, и мы играем ежегодно районный турнир. Вот. В результате победителем турнира стала репьевская команда «Спартак». Вторыми стали хоккеисты инзенского «Юникса». Бронза досталась команде «Авангард» из села Панцаревка. Вместе с медалями и грамотами хоккеисты получили небольшие денежные призы от организаторов. Последние, учитывая уже положительный опыт проведения, намереваются в следующем году также на Рождество устроить очередной турнир. На этот раз рассчитывают, что уже он будет межрайонным. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для «Полправда ТВ».